В первое воскресенье октября в Украине отмечают День учителя. Президент и профильный министр поздравили работников образования с этим праздником. Премьер-министр также присоединился к этим поздравлениям. На своей странице в Фейсбуке Гройсман разместил видео, посвященное этому дню, а в поздравлении вспомнил свою школу, своих учителей и пожелал педагогам сил, мира и добра.